наконец-то покер признали олимпийским видом спорта. Хотелось бы нам так начать свой репортаж, но всему свое время. Впрочем, Сочи действительно сейчас и горная столица всего СНГ. Во-первых, Сочи казино и курорт – это действительно лучшее казино всего СНГ. Здесь собирается очень много игроков, проходят крупнейшие международные серии с рекордными для истории всего СНГ гарантиями. Участников пати-покер «Милин Сочи» помимо покера есть и много других приятных мелочей. Это и огромная комната отдыха пати-покер-лаунж с приставками Sony PlayStation и с чемпионатами по Sony PlayStation. Это соревнования по дартс на высоте 960 метров, пикник в горах, лыжи, сноуборды, дельтапланы и многое другое. Всего не перечислишь. Поехали! Свобода, красота, отдых. Карты! Природа, удовольствие, хорошим сервисом, прекрасными девчонками. Каталка с гор, каталка за столом, плавание, прорубь. Великолепная организация в очередной раз. В Казани на открытом огне из говяжьей вырезки, моркови, барбариса, зиры. Сегодня стартует главное событие пати-покер «Милин Сочи». И перед главным турниром мы огромной компанией все вместе отправились в горы. Да нет, реально круто. Здесь и горы, и море, и солнце. И здесь составы отличные. Люди приблизительно знают правила. Как в Бразилии. Я в Бразилии не был, но подозреваю, что там примерно то же самое происходит. ГСЧ только здесь не очень хороший, как в онлайне, но мы, наверное, это как-то сможем победить. Блин, ну я не смогу не сказать ничего здесь оригинального, но реально очень круто, потрясающе, иначе мы здесь не остались бы сначала на месяц, потом на второй, потом мы не переехали сюда на третий месяц жить. Вообще, наверное, здесь будем жить до мая, а в мае тоже в Вегас не поедем, останемся здесь, потому что катушка отличная, погода прекрасная, еда вкусная, цены московские, так что все привычно, все на высшем уровне. Только покер очень хороший. Отличная возможность для Сочи привлечь дополнительный трафик людей и сделать, ну, то самое олимпийское наследие заполняемым. Сделать его экономически выгодным, в том числе для России, сделать Россию интересной для международного сообщества, для мира, потому что, ну, у нас разное мнение в мире, и, на мой взгляд, это отличная возможность показать, что Россия классная, Россия добрая, и люди у нас наводят вот такой вот экшен. Королев взял и переехал. Переехал, да, я ставлю. Виталий говорит, ну не знаю. Риендер еще есть, пойду-ка я закалируюсь, король 10 разномастными. Еще и третьего позвал с короля знамы, хотел обыграть. I just want you in that undress mood.